Здравствуйте, друзья! Вот он, наступает торжественный день. Мы сдаем, ну, можно сказать, сдаем. В данном случае мы сдаем на обслуживание машину. Как раз срок подошел. Мы сдаем на обслуживание Светин GLA, Мерседесик. Вот, нам обещали даже его и помыть, хотя, в общем-то, они не особо сейчас моют, но нам обещали, что помоют. И прямо отсюда его заберет наша дочь. Поэтому мы его освободили от всего, что там было. В общем, так вот, чистенькую обслуженную машинку наша дочь и заберет. А в это время нас уже ждет Елена, в основном здании, вот там, мы туда еще пойдем, которая проведет нас через все передряги, так сказать, оформления нового автомобильчика. Вот мы, друзья, в основном здании. Тут машинки такие. Такое все красное. Смотрите, длинная, длинная такая, электрическая. Ну как. Так. Что-то народу немного. Ну да, правда, четверг сегодня. Сегодня четверг. Так. Вот у нас Лена, полюбившаяся всем, скрывает лицо. Я его открою на немножко. Окей, окей. А теперь опять закрываю. Хорошо. Так. Это тут какие-то люди, которые деньги оформляют. Да. Она сейчас здесь стоит внутри. Пойдем на нее посмотрим. На машинку. Мы ищем второй ключ, чтобы ее вчера помыли. Так. И заправили. На фотографии она как-то серебристая смотрится. Она есть. Она серебристая, будет серебристая. Так. Все, с утра она будет серебряная. Так, электрическое что-то тут у них, смотрите. Золотая. Боже, а что такое матовый такой? Это такой матовый. Так, сказать, специально сделали? Да, это можно. Say hi. Вот она. Ага. Так, друзья, смотрим на машинку. Так. Мне тут говорят, так ты что, говорит, там GLS берешь? Я говорю, да нет, блин, мне слишком много будет. Мне вот так. Мой размерчик. У нее цвет, друзья, меняется в зависимости от освещения внешнего. Так она вроде серебристая, а иногда и не очень. Так, ну-ка она. О, открывается. Тут коробка целая. Ты смотри, тут какой-то набор чего-то. А, коврики. Понимаю. Коврики. О, смотрите. Красиво. Так, красиво. Я думаю, Томику нашему здесь тоже место есть. Он будет доволен. Я думаю, здесь больше места, чем в GLA. Так. Что это он? Не? Закрывается. Что, Света? Что? Ну, знаешь, вот это мой габарит, потому что... Она очень огромная. Да, джилой как-то девчачий такой. Ну, красивый цвет. Хороший, очень хороший. Очень хорошо. Как еще раз цвет называется? Махава Силвер. Махава Силвер. И он хамелеон. Хамелеон. То есть он меняет цвета. Подстраивается под внешнее. Да. И мы сейчас, друзья, в таком искусственном освещении, видите? А что будет на солнце, никто не знает. Вы видите, друзья, совершенно другой цвет. Вот тебе, схамелеонило. Теперь по-другому. Какая-то такая. Ну, будем привыкать. Махава. Махава. На агаву похоже. Ну, ладно. Махава. Что там? Силвер. Махава. Силвер. Ну, пока что мне очень нравится. Так, что там внутри-то у нас? И внутри вроде все так похоже на то, как раньше было. Я водил такую машину и расстался с ней на год. А теперь возвращаюсь, можно сказать, в родные пенаты. Лена, вот вопрос. Я, значит, тут на канале говорю, завтра пойду забирать машину. Говорит, 4 месяца ровно, день в день. Мы 23 февраля тогда заказывали, сегодня ровно 4 месяца. И мне один из Германии пишет и говорит, а я, говорит, уже 6 месяцев жду. И говорит, все, нету. Маркет американский немножко не такой, как в Европе. Так. То есть, поскольку мы как страна покупаем машин много больше, чем Германия.
чем Германия. Поэтому их делают сюда немножко быстрее. И у нас много больше allocations, когда завод выпускает, то есть они дают возможность эти, как это по-русски сказать? Building availability. То есть они дают, скажем там... Скорость поставок. Когда мы заказываем машину, нам дают allocation с завода. Так. То есть как возможность, Такую долю заказа. Как бы, да. Долю, да. И вот количество этих долей для Америки много больше, чем для Европы. Угу. Ну что же, хорошо, хорошо. Да? Так, а что вообще в целом происходит? Вот 4 месяца назад мы заказывали машинку, и вот она через 4 месяца пришла. Те, которые сегодня заказывают, они придут тоже через 4 месяца получат? Они или через 6, или через 2? Через 3, через 4 месяца, но все зависит от машины. У нас, скажем, например, маленькие CLA, которые, это маленький седан, все застряли на заводе еще на 2 месяца, у них нету этих микрочипов. Чипы упирают. Чипы. С большими машинами, с GLS, большие проблемы, нету, опять-таки, нету микрочипов, нету определенных запчастей, чтобы поставить. Сегодня я сделала delivery с утра машины GLE, вот такой, в таком же Mojave Silver, как ваша. Да, вижу, здоровенная. Да. Она пришла, мы заказали ее с этими, с подножкой, с running boards. Да, да. Пришла без нее, то есть у нее Не было... Без приступочки. Да, не было возможности закончить. Ну, не граф, я так залезу. Да. Да, хорошо. Вот, а в целом, ну, мы по сравнению с другими производителями, идешь в Porsche, пустое все, идешь в BMW, нету машин. Идешь в Audi, у них одна машина стоит посреди салона, больше ничего нету. То есть разобрали? Их просто нету, то есть нету запчастей. Мы, Mercedes делает 75% всей машины, мы делаем сами. На своих заводах. 25% мы делаем аутсорс. Понятно. Все остальные, они аутсорс очень много. Но чипов своих пока нет у вас? Пока нет. Да, друзья, нежными женскими ручками номер прикручивается, номерной знак. Но тут вообще фундаментальная такая фигня, так вот. Хотя так чисто внешне фундаментальная, да. Такая пластмасска. За то время, что мы рассчитались там за автомобиль, мы установили приложение мобильное на мой телефон и на Светин. Нам как бы привычно, да, мы после Теслы, сами понимаете. Вот, установили приложение. Сейчас нам покажут, как чего. У нас есть пакет, который мы приобрели, такой автоматика всякая. И получается такая история, что с одной стороны здесь есть адаптивный круиз-контрол, но с другой стороны, поскольку в этом пакете там много всего, в частности, он не просто держит расстояние, там, скажем, до автомобиля впереди, а он еще и полосу, например, держит. И по функционалу как бы исключительно приближается к тому, что вот у Свети на Тесле. Хотя, конечно, не все делает, но ну, практически все, что мы реально используем, он делает. Ну что, друзья, вот мы с вами первый сюжет снимаем в новом автомобиле. Я доехал до дома, вот тут несколько миль от дилерской. Так что я не то, что первый раз сел. Но вы знаете, что сказать? То, что касается ходовой, так сказать, способности автомобиля, вот как он идет, там разгоняется и все остальные дела. У меня такое ощущение, что я сел вот в свою машину, в которой вот ездил, и потом на некоторое время как-то из нее вылез, а сейчас снова сел. То есть абсолютно такое родное движение. Разница в чем? Здесь немножко больше мощности, чуть-чуть, там лошадиных сил, там типа там лишних 12, там я не знаю. Вот. Ну, она, конечно, такая более навороченная с точки зрения всяких алгоритмов, options, там и контролки немножко отличаются. Вот. Но в общем и в целом, ну как бы нормально. Вот видите, я сел, я еду, я не переживаю ни по какому поводу.
Другое дело, что, конечно, может оказаться, что если я захочу там, не знаю, что, на стекло побрызгать. Ну нет, на стекло побрызгать тут же, вот где было. Все тут было. Переключение скоростей там же, где было. Кондиционер. Тут вся эта навигация. Ну, навигация немножко другая. Тут там раньше такая у меня рукояточка была, а сейчас только вот подушечка. Есть подушечка. Ну, привыкнем к подушечке. Раньше подушечка тоже была, кстати. Просто была еще и рукояточка тоже. Да. Пахнет как новеньким, знаете. С ума сойти. Мне надо будет, может быть, еще с камерой что-то сделать, там как-то ее приладить. Я не знаю, мне такое ощущение, что я сейчас ближе сижу к камере лицом, чем раньше сидел. Ну, посмотрим. Я не уверен, что я настроил нормально сиденье. Может быть, надо будет немножко как-то отодвинуться-то еще. Ну, посмотрим. Вы скажите, если что-то вот с точки зрения шума, например, да, вот здесь более шумно, чем в Светланиной машинке, или нет? Вообще, у меня ощущение, что идет очень тихо. Идет очень тихо. Хорошо так. И знаете, симпатично все. И панель такая вот здесь справа. Раньше у меня была такого же оттенка, но полированная. Ну, так, как типа полированная, с понтом полированная. Сейчас она такая матовая. И мне безумно нравится матовая. Я специально выбирал, кстати, там, я мог выбрать. Но и я помню вот эту вот полированную, на ней все время отпечатки пальцев остаются, там провел рукой, там положил, взял еще что-то, и как-то это все меня немножко напрягало. А сейчас вот очень хорошо. И салончик там, и там для собачки нашей местечко есть, для Томми Михайловича. Хорошо. Я потрачу какое-то время, сяду вот буквально там, потрачу час, может быть, сколько там надо, и буду пользоваться. Я не пользовался никогда автоматической парковкой. Ну, то есть, когда мы машину ту купили, в смысле, вот эту, но первую, предыдущую, 4 года назад, там была эта фишка, и мне даже показывали, как. И что-то я не впечатлился. Во-первых, во-вторых, я же учился водить-то там, знаете, в Москве. И, ну, я не знаю, насколько вы понимаете, насколько в Москве труднее ездить, чем, например, по сельской местности. Понимаете, там на каждом шагу и тут, и там, и здесь что-то происходит, и припарковано тоже местами, в центре города особенно было припарковано, сейчас я уж вообще не говорю. Вот, поэтому как бы вот эта московская закалка водительская, она мне говорит, что что тебе автоматически встал и встал. Ну что, возвращаемся в строй действующих вулканов. Оказалось, что это наш 5-й Мерседес. Там мужик, который денежку с нас брал, вышло что-то за все про все, с наворотами, с гарантиями, с гарантией там проплаченной вперед, с обслуживанием проплаченным на 4 года. Мы там взяли, есть несколько пакетов таких. Вот. Понимаете, в чем смысл? Сегодня ты берешь вот это все, и цены растут. Поэтому, если, допустим, захочешь то же самое взять через год, там дороже будет, и еще дороже. Да, пусть будет. Вот, короче, вышло там в 66 с копеечкой. 66 с копеечкой. И вот мужичок, который там все это оформлял, финансовую часть, он там так глянул у себя на экране и говорит, а это, говорит, вы уже у нас тут 5-й Мерседес покупаете. Мы думаем, да ты что? И действительно, вот, понимаете, так потом вспомнили, ну да, один, второй, там, вот так вот. Вот так, друзья, что-то мы прикипели, получается, к Мерседесу. Во всяком случае, у меня такое, знаете, внутреннее состояние счастья. Я вот, при том, что я переживаю, что я не знаю тут, зачем тут куча кнопок, и, в общем, хотя половина знакомая, но тут больше за кнопками там это все, там этих options, которые на экране и так далее. Ну, в общем, меня немножко напрягает, что я не знаком, что там появилось. Вот, но такая основная функция, вот крутить баранку, значит, там ногу перебрасывать с тормоза на газ, кондиционер, тут вот все это дело, все это хозяйство. Сейчас еще круиз-контрол у меня появился, вот, адаптивный, со всеми делами. Вот надо к нему приноровиться, потому что это то, что мне нравилось в Светиной Тесле. И я хочу сказать, вот с этим пакетом, который тут есть, адаптивный круиз-контрол, и к нему там еще там, не знаю, 6 или 7 фишек,
Так не хуже, чем в Тесле. Ну, то есть вот на том уровне, на котором мы пользуемся этими фишками в Тесле. Я не вижу, чтобы стало хуже, что-то здесь было хуже. Ну, наверное, чего-то не хватает, но просто мы этим и там не пользуемся. Вот так, друзья, подъезжаем. И с обновкой, как бы, да, там, с обновкой.